Так, ну что, попробуем с космосом. Давай, мальчик. Он, конечно, еще не особо приучен к расчесыванию, но мы уже начали его вычесывать. Я хочу показать количество вычесываемой у гладкошерстной собаки пуха, шерсти. Посмотрите, я только провела. То есть очень классно вычесывает эта расчесочка, так что имейте в виду, она очень нужная для чихуашек. И для гладких, и для длинношерстных, для вычески подшерстка вот этого. Вот посмотрите, какой пух у мальчика. Такая линька. Линька у всех. Линька сезонная. Но они, конечно, линяют, бывают чаще, чем 2 раза в год. Это понятное дело. И по питанию, и по содержанию. Тепло, холодно. Вот смотрите. Вот такая у нас шерстка. Я говорю, ну покажи нам свой лиловый окрас, а то тут у тебя пока серо-буро-малиновый какой-то. Стой, мальчик. Стой, молодец, приятно. Она такая жесткая расчесочка, но ему что нравится, да, Космос? Покажи, скажи всем привет. Такой вот я красавчик. У Космоса сейчас самый момент, смена зубов, завтра он едет. Сегодня у нас была вакцинация щенков, уже вернулись. Завтра едет Космос вырывать молочные зубы, которые там у нас не хотят выпадать частично. Держатся слишком крепко. Кушает, наверное, слишком хорошо и полезно, что они не хотят выпадать. Вот. Так, давай покажемся. Ой, пух, в общем, вот он пока. Прямо и ляшеньки. Но это тут надо поработать. Я говорю, тут, наверное, в день надо по одной собаке вычесывать, потому что это так, поверхностно все. Да, Космос? Давай покажемся. Вот так вот. Так что работы мне достаточно на сегодня. Пока.